Победители конкурса рисунков «Сохраняя Камчатку» наградили в краевой столице. Это партийный конкурс «Единой России». В этом году он проходил в трех возрастных номинациях и по двум тематикам. «Сохраним лососи вместе» и «Заботимся о еврашках вместе». Состязание художников прошло в августе и сентябре этого года в рамках Дней туризма в Камчатском крае. Сегодня такие конкурсы формируют бережное отношение к нашей уникальной камчатской природе. И сегодня в рамках выставки «Камчатка. Твое невероятное путешествие» мы поздравили тех ребят, которые являются победителями, которые активно участвовали и в первом, и во втором конкурсе и заняли призовые места. От партии «Единая Россия» были вручены замечательные подарки в виде наборов для рисования для разных целевых аудиторий. Подарки для победителей были не только приятными, но и полезными для дальнейшего творчества. Лучшие художники получили благодарственные письма и наборы для рисования. Участие в конкурсе приняли 13 человек. Работы 6 из них были представлены на выставке «Камчатка. Твое невероятное приключение» в Камчатском выставочно-туристическом центре.